До встречи Нового года осталась последняя рабочая неделя. Она ожидается самая длинная – 6 дней. И, как обещают синоптики, мы попрощаемся с теплой декабрьской погодой. Уже через 3 дня в Приморье похолодает. 26 декабря во Владивостоке столбик термометра опустится до -13–15 градусов, что в сочетании с сильным ветром даст все 24 градуса мороза. В северные и центральные районы Приморья придут 30-градусные морозы. И единственное, что может порадовать особенно автомобилистов, так это то, что неделя будет беснежной. Напомним, необычно теплая для декабря этого года установилась погода во Владивостоке с 15 декабря. Несколько дней подряд столбик термометра даже показывал плюсовые отметки, а по ночам было всего -4–6 градусов. В пригороде Владивостока даже успела распушиться верба.